Сверили курс. Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека ответил на вопросы Свердловского омбудсмена. Татьяна Мерзлякова собрала самые волнующие свердловчан темы. Работая на горячей линии, мы получили 13 тысяч обращений, связанных так или иначе с мобилизацией, со спецоперацией. И есть вопрос, на который я не могу ответить людям, а он достаточно частый. Это будет ли вторая волна мобилизации? И, конечно, видно, что президент все взвешивал, что это для него не новый вопрос. И он очень подробно на него ответил. Очень подробно. И я поняла, четко и ясно прозвучало из его уст, второй волны мобилизации не будет.